destination unknown. Хотела коротко поделиться своей историей. Она не выдуманная, она настоящая. Она не виртуальная, она жизненная. Прошло всего лишь 4 года с того самого момента, когда я вдруг нечаянно обнаружила у себя в груди небольшое уплотнение в форме шарика. Показала мужу, и началось. И вот настал тот вечер, когда врач, сделав скорбное лицо, сказала, что моя опухоль очень похожа на рак. У врача я держалась стойко, даже с вызовом, но когда вышла на улицу и позвонила мужу, слезы закапали из глаз. Горло перехватило, я не могла сказать ни слова. На меня обрушилась тяжеленная глыба, которая мешала мне дышать, говорить. И вот я стояла, а вокруг ходили люди, кто-то слушал музыку, кто-то общался, кто-то смеялся. А я стояла абсолютно потерянная, не в силах сказать хотя бы слово. Но у меня все-таки получилось, я сказала эту грустную новость. Муж сказал, что все будет хорошо, не волнуйся, еще нужно все проверить. И начались вереница анализов, консультации с врачами. И я прошла полный курс лечения. 2 операции, лучевую терапию, 6 курсов химиотерапии. И я не скажу, что это легко. Было сложно, были дни, когда было больно, и ты засыпаешь и надеешься, что утром боль пройдет. А просыпаешься, она продолжается. И когда таких дней накопилось очень-очень много, я вдруг однажды начала себя жалеть. Так жалела, что начала плакать. А потом сказала: «Эй, Лена, ты ведь решила бороться». А бороться — это как раз тогда, когда тяжело, никогда легко. Никто не обещал, что будет легко. Бороться и не сдаваться. Бороться до победы. И я сказала: «Лена, стисни зубы, хватит себя жалеть и иди вперед». Вы знаете, любая жизненная ситуация, особенно сложная, такая сложная, как рак, может поколебать нашу веру в себя, нашу веру в Бога.
И мы можем обидеться на всех, и обидеться на Бога, и карабкаться дальше. Но есть другой выход. Можно держаться за жизнь еще крепче, верить еще сильнее, надеяться еще больше и с Богом проходить все испытания. Я выбрала второй вариант. Я решила сражаться, бороться и с Богом смогла победить.